Привет, друзья! С вами Аня, и вы на канале Аначи с самыми интересными обзорами. Сегодня ко мне пришла посылка с очень крутым магнитным конструктором. Его еще ни у кого не было на обзоре. Давайте открывать и смотреть. Конструктор идет в такой вот железной коробочке, а сейчас распакуем. Вот так вот выглядит сам конструктор. Он состоит из 36 намагниченных палочек и 27 шариков. Сами шарики между собой не магнитятся, они магнитятся только к палочке. Смотрите как. А теперь давайте сделаем несколько интересных фигур. Посмотрите, какая у меня штука получилась. Очень круто. Давайте еще что-то сделаем. А это получился у нас треугольник. Типа как колесо какое-то. Тоже очень прикольно. Все очень круто получилось. Можно еще придумать что-то сделать. Только мне одно непонятно. Почему в комплекте идет 36 палочек и 27 шариков? Может, если все это вместе сложить, выйдет какая-то одна очень крутая фигура. Если есть идеи, то обязательно напишите мне в комментариях. Ссылку на конструктор, а также на группу ВКонтакте «Китай надо» и на меня я оставлю под видео. А сейчас ваша любимая рубрика с комментариями. Вот некоторые комментарии с выпуска светящийся хендгам. Спасибо, что смотрите. Не пропускайте новые выпуски. Будет очень много интересного. Всем пока!